В общем, всем привет, мои умники, с вами Боди. Это Мирби, который не снял видос. Да, не удивляйтесь, но это видео, почему Мирби не снимает видео, вся правда анимация. Здесь 400 тысяч почти просмотров, потому что когда я просто ввел в поисковике YouTube Мирби, мне вышло первым это видео, и мне вместе с вами, я надеюсь, интересно будет посмотреть, почему же он не снимает видео уже почти 4 месяца или 5, я точно не помню. Короче, ребята, просьба, которая вот просто единственная, которую я хотел вас попросить. Вы можете, пожалуйста, поставить на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления, потому что YouTube в последнее время шалит, он шалун у нас. Короче, поставить просто на уведомления, чтобы вам приходили, а не когда я выпускаю вам видео. Потому что, вы знаете, в день минимум 3 видоса у нас всегда выходит. И последняя просьба, это если вы хотите, то можете подписаться на Instagram, сегодня вышла фотография. Мне будет приятно, если лайкнете. Погнали смотреть. Так. 2019. А это типа мы подписчики. Мирби. 2040-й, дом Луаны. Так, ну это вот девочка, которая сделала. Она типа ждет, да? Баба, бабушка, баб. Бабуля. Ты обещала мне рассказать, почему Мирби пропал с Ютуба. Так. Ну что ж, усаживайся поудобнее, внученька. Ну-ка. Весь 2018 год аниматоры только и делали, что снимали видео о детских травмах. Мои травмы. Мои травмы с детства. Нет, ну это да, это я знаю, у Мирби выходили такие видео. Травма там, травма тут. Иду я с папой в душ. Вот и новая травма у Мирби. Это они, мои детские травмы. О, да. Именно это и создало круг дьявола. Так. И? Ого, а как его звали? Лентяниус. Лентяниус. Этот дьявол приходил всегда во время экзамена. Возможно. Никто не ожидал, что он придет. А, у Мирби же сейчас ЕГЭ подготовительный, возможно. За Мирби. Мирби давно не выпускает видео, понял. По всему миру начались волнения. Армии фанатов пытались вернуть Мирби. Люди продолжают собираться у дома Мирби. Прошло 5 месяцев. Глупый вопрос, ты еще гей? Последнего видео. Все мы задаемся вопросом. Так. Неужели он ушел навсегда? Сплю, ем, рисую. Бабушка, неужели он так и не смог выпустить хотя бы коротенькое видео? На одну минуточку хотя бы. По слухам, Лентяниус до сих пор укачивает его в колыбели лени. Мы с другими аниматорами перепробовали все. Мы искать. Не, ну знаете, чтобы побороться с ленью, нужно встать с дивана. Хотя бы, и все. Писали, писали, снимали. Но ничего не помогло. Увы, внученька. Увы. Мне тоже жаль, кстати. Эх. Нет, так не может продолжаться. Так, и так, что? Сейчас мы все решим. Она взломала его аккаунт Мирби, да, и начала сама выкладывать видео. Я поняла. Где моя камера? Дорогие друзья. Да. Кажется, именно сейчас судьба любимого аниматора в наших руках. Давайте поможем Мирби освободиться от гнусного Лентяниуса. Мы будем писать хэштег «Освободись от Лентяниуса» под каждым его видео. Я уверена, именно сплоченная работа поможет нам решить это дело. Я верю в ваши силы. Мирби, избавляйся от Лентяниуса, мы тебя просим. Ребята, я надеюсь, что Мирби после этого видоса выпустит видео, потому что это видео было выложено 31 марта, и я только сейчас его заметил. Офигеть, почему оно только сейчас у меня вышло в рекомендациях? Короче, ребята, можете поставить лайк за Мирби, можете подписаться на канал за Мирби, и когда у него выйдет новый ролик, я сразу же самый первый сделаю на его реакцию. Я надеюсь, что вы посмотрите вместе со мной. Просьба, подписывайтесь на наш с вами ВК. Кто на меня подписан ВКонтакте, тех я добавляю в друзья. Все.
все. Потому что вы меня спрашиваете, как я добавляю друзья. Я по субботам и воскресеньям добавляю самых активных. Я надеюсь, что вам понравилось видео. Можете поставить лайк, еще раз попрошу вас поставить на колокольчик уведомления. И до новых видео, ребята. Да.